Смотрите, какое чудо я вам сейчас покажу. Это щеточка для обуви. Вот такая. А я думал, что это крышка, как футлярчик, да? Нет, это ложка. Ложка для обуви. Не знаю, насколько это удобно, но, по крайней мере, мы с вами такого комплекта еще не видели, не встречали на своем пути. Тем и интересно. Здесь у нее металлических много предметов. Вот. Эти нет, не видел. Ну а вот что в них пить? Позолочение внутри я вижу. Ну, вообще покрытие серебром, как бы посеребренное. Не, а внутри золото покрытие. Да, внутри золото. Потому что они горят вон как. Да, с клеймом. С клеймом. Угу. Ну, скорее всего, какой-нибудь кувшин еще шел к ним. Но у меня и, вот наверное, такой... соки, компоты, да, вот разливались. Да, да. Угу. Также дама несла, вот так подавала, всем уже налитая, да. Так что в следующий раз мы придем, налейте нам, пожалуйста, что-нибудь вкусное. А мы не откажемся. Смотрите, точилочка. Карета. То есть вот сюда карандашик, а отсюда уже сцепится. Прекрасный подарок. Интересная вещица. Необычная. И стоит симпатично, почти статуэтка. Ребятки, песочные часы тикают, такают. Вам слышно, нет? Я же все мечтаю о подобных. Ну, примерно о таких, да. Может быть, чуть-чуть поубороченно. Хотя, видите, здесь рисунок есть с листвой. 5000 они стоят здесь. Ну, симпатичные, тяжеловесные. На сколько? На минутку? Или не знаете? 5 минут. 5000, 5 минут. Значит, минута час. Ой, 1000 стоит. Как бы, да. Вот салфетница мне понравилась. Смотрите, какая интересная, необычная. То ли медь, то ли латунь. Вот такая широкая. В два ряда поставить. Можно много на нее чего. Ой, чего, господи, салфеток на 2 месяца. Можно два... Одни однотонные, одни цветные поставить. Вот такой шкаф для деток с медвежатками. Зовут? Или это девочка? Ватрушка, девочка. Ватрушка? Ватрушка. Боже мой, ватрушка. Лапки сложила. Да, сидит. Вот такая. Она добрая? Очень. Да? Очень. Она вообще не кусается. Ватрушка. А что она любит кушать? Все. Ну, например, мы не понимаем, что мясо. Это все. Мясо, мясо, мясо и побольше. Какое, курочку или что? Нет, только говядина. Курочку говядину. Нельзя. А как она понимает, что это говядина, интересно? Потому что мы ей даем говядину. Да, мясо мы любим. Ой, вам надо на нее какую-нибудь повязать вот эту красивую такую ленточку. Будет вообще замечательно. А сколько ей лет? 10. Уставшая. Хорошенькая. Ту-ту-ту. Да. Молодец. Радует хозяев, да? Улица Маяковская. Идем на Тишинку. Людно. Людно и тепло. Был небольшой пробел у меня. То есть на Тишинке я уже побывал. Прошел день. Сегодня уже пятница, вечер. Снова бегу на Тишинку ненадолго. Кое-что забрать и... кое-что поснимать. Поэтому, потому что потом уже мне ни в субботу, ни в воскресенье уже некогда будет туда бежать. Мы с вами в субботу на вернисаже. А в воскресенье пока не знаю, что там как сложится. Раковая на Маяковке. Название такое своеобразное, конечно. Раковая. Это что это? Это живой. Живой, да. Должно быть. Вот нам... Элла заводит свой столик музыкальный. Он для косметики? Нет, для украшения. А, для украшений. Да, играет. Угу. Сюда хочется прям красивую такую шпильку вот так поставить. И там, чтобы она стояла полуоткрытая, и все украшения открываешь, сверкали. Марки 3. А, ножки откручиваются, значит, можно везти с собой куда-то, да. И он, видите, маленький такой, небольшой.
переносной, как шкатулка все равно, что получается шкатулка. Да, да. Вот если бы еще ножки туда входили, в столешницу, вообще бы, как книжку. Но они откручиваются, если бы они еще тут размещались, то вообще бы было бы забавно. Это у нас... Да нет, кто там внутри стоит? Плитка, плитка. Плитка, да. Классная вещица. Видите, вазочка, свечка. Полный комплект цветы. Красотка. Вот прелестница какая, посмотрите. Кувшинчик. Германия. Так, а это чье? Англия. Похоже на старенькую. Утенок. Утенок не знаю чей. А, вот мы с вами видели коняшку с большим, а это с маленькой повозкой. Тоже из стекла. Совсем недавно мы с вами лицезрели эту красоту. Украшения у нее также есть. Пирожки сюда точно не положишь. Сюда, наверное, что-то красивое нужно. Ну, например, зефир. Или это не у бабушки вообще вино забирать, чтобы бабушка не пила. Это очень смешная, на самом деле, сцена. Ага. Называется «Спасибо, не откажусь». А, да? А, рукой машет, типа не буду. Бабушке предлагает выпить. А другой берет рукой, да? Спасибо, не откажусь. Понятно. Ну, вот видите. Какая тема интересная. Как жена тебе бальзаминовую. Спасибо, не откажусь. Да. Я никогда не отказываюсь. Да, она говорит, они мне... Они мне что налили этого? Что они ей налили? Одеколона. Да, она говорит, одеколон. В одном доме мне одеколон предлагали. Да. Но они так ее типа хотели, да, подловить. Будет она пить или не будет, она выпила. А вот это вот как санеточка. Сколько стоит? Нет, вон как санетка такая штука, панно. Ну, это барометр, термометр и гидрометр. Угу. 15 тысяч. Необычная редкая вещь вот в таком исполнении. Но это не пепельница? Если пойдет такая пьянка, то можно пепельница. Нет, вообще это... Десертная тарелочка. Десертная, ну, вообще-то, да, красиво. Франция. Ну, какая красота, посмотрите, легкая, невесомая. Стекло интересное. Тоже, наверное, Франция. Нет? Германия? Замечательная баночка. Нет, товар, конечно, роскошный на Тишинке. Что уж тут говорить. Они его собирают, экономят и приносят сюда все самое лучшее, элитное. Выбор прекрасный. Здесь дети голодные, играют в камешки. Вот сейчас в интернет народ играет, а раньше в камешки. Солонки. Яйцо какое, посмотрите, и там чашка. В распродаже, смотрю, лежит Мария. Точно такую же Марию я получил из Бельгии в посылке от Елены. И как раз сегодня повесил консоль, которую купил на Авито, и поставил туда Марию. Скоро вам покажу, как это выглядит. Вот здесь все по 1000. Вот эти тарелочки 1000 симпатичные. Так, это лимож. Лимож чашечка и горчичницу. Тоже каждая вещь 1000 рублей.
Вот прелестная вещица, как я люблю. Милейшая. 2000 стоит. Здесь все по 500. И вот интересные вот эти, как мензурочки, видите? С подставочкой металлической. С держателем, вернее. Вот, смотрите, интересные тоже и барометры, и что тут, термометры, и часы сверху. И, по-моему, вот это, да, видите, поворачивается, поворот есть. Относительно, ну, своей оси. Необычная люстра. Вот куда бы вы такую повесили, своеобразную? Наверное, только на даче. И то, наверное, ее, опять же, в золото пошел бы красить. Такую роскошь хотя бы потрогать хочется. Майолика невероятной красоты. Он латунный, и там есть эти клейма. На оборотной стороне есть клейма. Ребятки, мы пришли с вами в отдел, где изобилие красоты и роскоши. Кое-что вы наверняка здесь уже примечаете, то, что я уже снимал, то, что мы с вами уже видели. Потому что такие вещи, как правило, запоминаются с такой архитектурой, грацией, да, и мощью вложены, заложены в них. Царское такое все, все очень красивое. Здесь сейчас вам покажу люстры. Хозяйка сказала, что все три люстры, тут их четыре висят, с одного замка. Посмотрите, какие они. Такое роскошное барокко, невероятное. Вот интересные две лампы, очень высокие, чуть ли не по метру, если вот вместе с вот этим, как это, с колбой, правильно, да, назвать, рисунок на самих лампах, посмотрите. Здесь медальоны с фарфором. Но это такой дорогой шик, люкс, роскошнейший. Еще этот теплый свет дает. Вот эта лампа невероятная. Посмотрите, какая. Ваза майолика. Вот интересная кожаная. Что-то такое венецианское, да? А, вот эти симпатяшки люблю, обожаю вот эти дергалки. Смотрите, какой теплый свет. Вот эта ваза, по-моему, сказали 120, по-моему, стоит. Эти консоли я вам уже показывал. Их две огромные, такие крупные. Это, конечно, 100% для больших залов. А вот посмотрите, какие интересные подсвечники. Своеобразный, знаете, такой сдержанный стиль. Это, конечно, не мое, не барокко, не рококо. Но кому-то именно такое и нравится. А мы с вами дальше пойдем. Я подошел к Марине Котовской. Посмотрите. Говорит Кузнецов, ну, наверное, скорее всего, да. Очень тонкий рисунок внутри, роспись снаружи. Интересные завитки вот по контуру чашечки, да, в центре, от центра и в стороны. И на кружечке точно такие же создают интересный такой необычный эффект. Здесь у нее три парочки таких, если кто захочет. А вот те две вазочки пара, сколько стоят? Вазочки каждая 4500, 9000. 9 вместе. Это Германия. Германия. Набор ножей. Вот вроде бы Марина говорит, что это рыбный посеребрение. Рисунок красивый. А на второй стороне нету рисунка, а здесь он есть. Посеребрение. 12000 комплект из 6 вилочек. Здесь еще один комплект. Щетка. Зеркало, ух ты, и расческа, также 12000 комплект.
Я к Ирине подошел Мельниковой. У нее вот этот орешек лежит. Конечно, хочется в него заглянуть. Мне сказали, не стесняйтесь, открывайте. И там лежит вот такой малыш из бивня мамонта. А это что? Подставка. Для него? Да. А, для него. А, то есть он не сюда идет, он просто тут сюрприз, да? Ну да. Или это надо вместе покупать? Вместе, вместе. А, это вместе. Да. Ну, положите его туда. Нет, его туда положи. А. А, вот так и должно стоять? Да, да. А, на орешке. Подобрано, да. Понял, понял. А, уже натурально, да? Так, это такой маньчжурский орешек, как у вот такой. Сохрани в себе ребенка называется. А, сохрани в себе ребенка. Да, маньчжурский орешек, который можно раскрыть. Сейчас мы его раскроем. Растянем буквально. Там у нас... А, вот такой, ага, ага. Да, да, да. Ребятки, это помните, да, отдел с сумками, где сплошняком различная роскошь. То, что редко где увидишь. Здесь такие сумочки. Просто редчайшие. Эти вещи достойны и музея, и любую коллекцию дополнить вот так вот. Ну, сплошной эксклюзив. Вот это интересно. Это для королей и любителей мяса. Интересный комплект. Сколько такой стоит? Сколько такой стоит? 25. 25 тысяч. Ну, в идеальном состоянии новый, хотя лето можно, конечно, сами понимаете, но это рог и резьба. Только начну зарабатывать большие, огромные деньги. Пойду покупать сразу вот такую картину в такой раме. Первый бал дочери. Ну, кстати, дочь-то тут, я не знаю. Раньше, конечно, женщины выглядели старше своего возраста. Здесь она, ну, не знаю, ну, 35, наверное, я дал бы ей. Сколько такая стоит? Это собрание картин продается. Скрипичный ключ здесь. Моя тематика, конечно, но хотя вот то, что на нем надето, это моя тематика. А вот сам он, конечно, нет. Но даже такое можно здесь приобрести. Здесь стоит также магазин Antigold. Помните, я вам снимал, отдельно ходил. У них внизу на Тишинке здесь магазин. Михаил, мы с вами с ним знакомились. Добрый день. Приветствую вас, да. Друзья. Знаю, что кое-кто там приходил, писали мне в личку даже. Суть в том, что вы всегда можете прийти снова сюда на Тишинку в любой день, потому что у них здесь внизу, на цокольный, получается, этаж, да, на цокольном этаже есть магазин. Ну, еще раз. Над входом написано, над входом на двери, написано антиквариат. Да. Так что сможете посетить любое время. Потому что многие приезжают из разных городов, и в субботу-воскресенье они не попадают там ни на блошиный рынок, никуда. Поэтому да, иногда, конечно, полезно все на магазине будет. Да, прийти. Так что я вам это еще раз просто напомнил. Шикарно. Вообще, и она скажет, то есть везде разные рисунки, львы и держат в пастях золотые кольца. Здесь у них лапы тоже золото, девственно, в шикарнейшем состоянии. Можно использовать как под сахар, использовать под конфеты, под орешки. Да, даже под сухофрукты, да. Да, да. Отлично, вообще шикарный предмет. Да, роскошный, цветовая гамма, золото, синий, очень красивый, все медальоны разные.
ценник будем говорить? 87 тысяч. 87. Вот кто желает, пожалуйста, антиголд. Сотое место на Тишинке. Это у нас... Это у нас... А, это между желтой и розовой крышей, да? Это на красной. Нет, на красной. А, розовая, красная, розовая, красная крыша. Угу. Ребятки, я хочу дотянуться вон до той вазы, показать вам, потому что это что-то такое гениальное, непростое. А, их две там, но вот это интереснее, как с крышкой бомбоньерочка. Что-то такое прям наложено, роспись такая густая, да, и сама форма, и какая-то многослойность этих листков, очень интересная вещица. Тоже необычно. А зеркало сколько стоит? 35. 35 с эмалями. Необычная, смотрите, какая чудесная. Вот у кого ванна или туалет с, ну, с голубеньким или синеньким цветочком, орнаментом. Прекрасная вещица. Так, а этот товарищ, я так понимаю, с ночным горшком и свечой. Или выносит за кем-то, или наоборот, кому-то несет. Необычный латунный календарик. Ага. А сколько стоит? А? Календарик, значит, да? Как раньше отрывной был, а этот уже на все года, можно сказать. Вот эту штучку просто переставляете на месяц. Месяца вот переставляете. И здесь еще одна есть год. Вернее, да. Вот когда разговаривают, тебе ориентироваться очень сложно. С тобой заговорил кто-то. Переставляешь уже дни. Не недели, в общем, месяца. Что-то там, короче. Ну, вы поняли. Я к тому, что необычная вещь. Так, я здесь полез смотреть вообще на крючочки. Есть ли тут, которые мне понравятся. Вот они здесь разные. Вот этот с малышами. Ух, вот что я вижу, мне надо вот такую растопырку. Сейчас спрошу, сколько стоит. Для... Ну, тут грубовато, я хочу что-то более утонченное. Вот эти нет, это ромашка такая простенькая. Вот это, в какую цену здесь продается? Сейчас узнаю. Мне нужно парочку. Вот жалко, что он там так задвинут, но это, видите, такой комодик. Комодик фарфоровый. У него даже ящички выдвижные. Какое чудо, прелесть. Чье же это такое чудо, не знаю. Они там длинненькие. Видите, одна общая и маленькие. Какая прелесть. Ну надо же. Так, давайте назад поставим. Ну чудесно, я вот прям... Там тарелочка лимош, я ее в руках держал. Она прям так приятно на ощупь в руках. Этот фарфор роскошнейший. Вот эти две понравились вазочки. И, конечно же, эти парочка. Две тарелки понравились вот эти. 19 век, между прочим. Знаете, подвесные просто невероятные. А, вот ножнички еще интересные. Но это не совсем ножнички. Ну что, отщипывать все-таки виноград, наверное, да? Отщипывать. Раз на них, на самих виноградик. Народ гуляет, рассматривает. Вы сами видите, что ассортимент огромен. Вот здесь шляпы. Здесь... Пупсики набиты, как селедочки. Посмотрите, сколько их здесь, этих селедочек. Украшения. Заодно тут денежку на котов собирают, видите?
Здесь украшение, наша знакомая давняя, вот выбирает платки себе. Давайте у нее немного украшений посмотрим. Мы с ней давно уже не были, не общались. Что-то я вам показывал, что-то вы можете помнить. Как бегло пробегусь чуть-чуть. Интересная брошь. Ух, вот эти какие-то необычные. Похоже на ручную работу. Приветствую. Здрасте. Мне кажется, нет, сероват, да, блеклый. Вот то, что на тебе блуза одета сейчас светленько, прям замечательно. А, или да? На этом фоне оно смотрится очень блекло. А, может, не знаю, я вот так. Или уже готовишься к осени, и да. Она у нас, как правило, такая серая и скромная. А у меня куртка кожаная, синяя. Может, синяя. Может быть, из-за этого. Ну, в целом, да, ну что-нибудь поярче, там уже выбор есть. Историка, да. Думает, как всегда, хочется что-то. Ну, руки тянутся, да? А, здесь скатерти еще есть. А как это я не увидел первый раз, когда здесь был? А это какой-то коврик. Это коврик. Вот красивые тут вещицы тоже. Интересно, ценник какой. О, старинная скатерть, обалдеть. Ну, тут, наверное, цены огромные. Так, ну-ка, сейчас я разверну. Ребятки, достал, развернул 10 тысяч. Это наволочка на подушку. 19 век. Ну что, надо копить деньги. Пока накопишь, наволочек не будет. Да. Вот это то, что мне не хватает. Шелк. Шелк с оборотной стороны. Есть еще вот такая, друзья, ну, я сейчас точно расстроюсь. Это музей, это музей. Видите, уже просыпается. Очень красиво. Здесь стоит ваза. Привлекла мое внимание, она прозрачная. То есть прозрачность видна прямо со стороны. Может быть, так и не видна, но вживую, да, она есть. А вот мальчонка на постаменте тоже нравится. Италия. У меня есть кавалер и барышня на таких же постаментиках. Брал у бельгийца Сергея, любуюсь. Ух ты! А у меня же вот такой господин. Да, как раз мне Сергей дарил из Бельгии, вот прям точно такого же. Барышня у него разбилась, и он их отдал мне, да, у обоих. Что-то прям, да, а барышню подарил, но я барышню передарил. А кавалер у меня целенький стоит, вот такой прям высоты, точно такой же. Здесь сари висят, все в пайетках и камнях. Камнях. Вон она, видите, сверху, как красивая, яркая. Эксклюзивные лампы, посмотрите, какие богатые. Как будто бы клошем накрыты. Ну да, снимаются на самом деле. Сколько такая стоит? 38. Мне кажется, она стоит этих денег. Очень красиво. А вот это? Трубами, видите, как трубы. 55. Да, очень шикарно. Вот это запоминающееся.
Вот там перед нами мне очень понравились, конечно же, эти вазы с бирюзой, со сценкой. И по краю стоят вот эти рога изобилия, орлы или кто это надержит их. Что-то невероятное. Давайте сейчас приближу. Гаргульи какие-то, но вазы по центру, сказочка, обалденные заглядения просто. Видите, все не запаковывается вот так вот, за органзой, за клеенкой, шторами, в общем, все закрывается, 9 часов. Я, как всегда, пришел под вечер, но свои дела сделал и поснимал, и завтра уже на вернисаже. Вот наш знакомый здесь проходит. Ну, а по традиции я зашел в чебуречную, взял чебурек, взял кофе латте. Напомню вам, как оформлено это кафе. В стиле СССР, и звучит музыка прямо оттуда, из СССР. Взял чебурек, взял латте и взял домой хворост. Хворост с сахарной посыпкой. 600 с чем-то, 690 что ли у меня все вышло. Два чебуреков, забыли, что два я заказал. Сейчас принесут второй кофе латте и 4 больших хвороста с собой. Что ж, приятного аппетита, Иван Валерьевич. Приятного аппетита. Сегодня действительно как будто летом. Так тепло, и даже вот еще люди сидят в кафешках на улице. Вы видите, да? Подхожу к метро Белорусская. Это сейчас 10:30 вечера. Хорошее настроение, потому что получил наслаждение от всех этих прекрас. Пообщался с продавцами. Получил некоторую информацию и даже свел нескольких продавцов друг с дружкой, а потому что они тоже помогают и могут сотрудничать. Ну, в общем, все дела переделать. Соглашайся быть богатым, соглашайся быть счастливым, оставайся, Ваня, с нами, и будешь нашим королем. La 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 la